Итак, всем привет, с вами Никогда, и мы продолжаем играть в игрушку «Моя банда». И сегодня мы будем, надеюсь, победим Юрия, Жора и Степан. Давайте, ребят. Я нанял более лучших людей. Мне кажется, мы должны выиграть. Нет, тут у всех почти окурки уже. Да куда? Ну, останови вообще. Может, банду другую совсем нанять? Нет? Или у нас так же останется? 17, 18, 18. Это. А у меня какой урон-то у оружки? У них 23, а у меня, по-моему, 24, да? Да. Что ж такое? Что мы выиграть их не можем? Они же изи. Изи пиздец, изи. Когда мы их убьем вообще? Что надо купить, чтобы мы их убили? Нам надо убить, по-моему, эту сраный. Вот эту вот фабрик националь, чтобы их убить. Либо бонусы. Вы понимаете? Давайте экипируемся. Так вот. А, одежда! Точно! Одежда. Особая. Голова. Штаны, голова, лицо, тело. Ага. Не выдать столько же, сколько и давали, да? Да, это лицо новое купим. Ну ладно, голова. Вот, сейчас за 750 куплю. Где двоих? Побыстрее грузить. Сейчас мы еще в 500 раз быстрее будем убивать. Все, вот видите, за 10 секунд убили. А этого Жору и Степана мы не можем убить, потому что он жирный. А почему-то вообще жирный. Юрий! Жора, Жора. Что за ник такой? Жора, обжора что ли? Все, сейчас у нас должно все получиться. Лицо нет. Голова. Ни хрена себе. Так, вот так, вот так вот. Так, очки какие-нибудь можно. Я еще раз сыграну. Так. Пока. Все, мне уже хватает на очки. Так, очки. 400 купить. Девка, кстати, брони больше. А если мы не на девку сменим пол, что будет? Да ну жопу. Блин, все пропало. Так вот. Лицо у меня вот это вот главное. Вот это вообще стоит. Очки у меня вот эти стоят. Обувь у меня. Кстати, обувь мы не присмотрелись. Кеды. Так, дальше что у нас еще? Особое. Что мы можем еще купить? Тату. Тату мы можем купить. Вот! 8! Ни хрена себе! Покупаем! Так, лицо. Так, штаны. На, тендердыра. Ну, погнали, попробуем сейчас. Может быть, что-нибудь сработает. Не знаю, у меня брони побольше. Да, у меня брони почти столько же, сколько у него стало. Ни хрена. Мы все сейчас затащим. Тащи, бичи. Бичик! 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 Ты чё, охренел, что ли? На, на, на! Ванёк тащим! Ванёк! Чё не вздыхает вообще? А чё такое было? Вообще не сдох. Окей, давайте возьмём побольше этого.
Да ладно, мне если не хватает. Давайте еще шортики эти купим. Сколько они там стоят, не знаю. Ну давайте 1000 накопим еще, нормально. Ну не 1000, там 500 рублей. Нормально, нормально, нормально. Ну, он, да, если я держу Растепана, хочу с него тачку выйти. Ну, вот у меня вот одежда красивенькая. Надо одежду менять, а я об этом забыл вообще сам. Ну, еще счет топлива кончится сейчас. Так, погнали. Пока. Да, я даже не успел с уколоком его выстрелить. Так, все отлично. Сейчас мы должны купить... Короче, все знаете что? Вот, вот эти штанишки. И эти. Где он? Бонусы. Так, вот это вот. Давайте вот эти три возьмем. Аптечки. Зачем я маг взял? А куртку лучше. Давай, 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 тащер, 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 мадафакер, тащер, мадафакер, тащер, тащер, тащер. А у меня лекалка, азза. А лекалка вообще говно какое-то. Не, лекалка не говно. Мы сразу с тихим маком этим убить. И мы просрали снова. Что вот этот пацан с окурком выиграет? А может и я, кстати, нет. Вот что-то мне не хватает все-таки. Мне надо побольше, чем у него брони. А что еще взять можно? Лицо. Ну, конечно, это, вот это взять. И вот это вообще на изи я их растащу там. Ну, кстати, давай добычу выбьем с кого-нибудь. Ну, ты добычу выбьем с кого-нибудь, вот с этого, с мотористов ада. Или с них уже больше ничего падать не будет. Да я сейчас на изи, их, они изичи. А у них гранаты что? Я охренею, если я сейчас не растащу. Я вообще должен на низе растащить. Я охренею, если я сейчас не растащу. Да, я их растащил. Я пропустил просто смысл смотреть. Круто, нам ничего с них не выпало. Да, так вот, ладно,